Hello, братцы, сегодня у нас будет немножко непонятная штука. Я займусь тем, чем не умею заниматься. Это дрифтить. Сейчас будет несколько подсъемщиков таких, может быть, а может быть и вполне какие-нибудь хорошие пятачки там. Я не знаю, в общем, что-нибудь попробуем, не знаю, первый взгляд на игру, наверное, я ее закину. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, музычку я вырубил на всякий пожар. Мало ли она тут какая-нибудь такая, не такая. Так, ну что, погнали. Играть, наверное, сразу. Так, тест-драйв. Вот, то, что нужно. Сейчас тест-драйв пройдем небольшой, посмотрим, как это все дело работает, и потом уже будет что-нибудь, наверное, интересное. Опа, Цинкс. Что-то какая-то графика, конечно, замыленная здесь. Ну, здесь довольно-таки попроще, я бы сказал, управлять, нежели чем Карыкс, не Карыкс, а как его, Дрифт 21. Даже, смотрите, что там у меня вроде и получается. Вокруг одного столба получится, нет? И вокруг одного что-то сложное. Ну, в принципе, более-менее все как бы понятно. Давайте-ка закончим гоночку, зайдем в гараж, посмотрим, что у нас есть в гараже. Игрушка демка, поэтому немножко тут, скорее всего, будет все урезано. 47, 190. Бэхи пошли. Так, недоступно, недоступно. Что нам доступно? Даже что-то можем купить. Так, ладно, Е30, давайте на ней, значит, настроить С, да? Двигатель можем поставить. А, тут еще деньги надо зарабатывать. Я понял, диски. Тоже ничего не можем. Свет машины нет. Абата, скорее всего, тоже. Прикольно. Значит, надо что-то заработать немножко. Прогрев резины есть тут? Нет? Я так понял, нет. Ну ладно, погнали. Почти. Что-то очень быстро я здесь ехал. Нет, эх. Очечки сбросил, сбросил очечки. А куда ехать-то? Надо было по большому кругу, что ли, ехать? Перебор. Тут опять, я помню, я где-то развалился. Сброс очков, ел упало.
Ух ты, вот это я. Минус 10 тысяч, ёлы-палы. Ух ты, это ещё было громко. Так, в итоге награда. 4000. Так, давайте-ка в меню. Так, денежки у нас сохраняются. Можем зайти теперь в гараж. Можем что-то сделать, типа настроить. Настроить движок у нас сколько стоит? Движок у нас 70 тысяч стоит. Движок мы не можем пока настроить. Так, дисочки, обода, дисочки, чё почём. Во, можем дисочки поменять. Дисочки моих любимых дисочков здесь почему-то я не вижу. Ну, не буду а пока менять, обода. Ага, цвет ступицы. Неплохо, цвет тормозов, естественно, красный. Окна, тонировочка. Цвет дыма. Пусть черненький будет. Опанцы, винилы пошли создать. Вот это надолго будет, пока что не будем, обвесы скоро будут. Прикольно. Дина. Ой, тут развалы еще ж может делать. Господи, подождите, а я не разбираюсь в этом. Так, развал нам нужен точно отрицательный. Давайте максимально сделаем, минус 15, да? Так, задний тоже надо немножечко его заложить. Вмещение побольше надо сделать. Так вот. Заднюю тоже сделаем немножко так с вылетом. Подвесочку надо немножко, чтобы красиво смотрелось просто. Чтобы не цепляли арочки. Передний. Что у нас? Непонятно. Ничего, пускай будет 20. Противодействие рулю. Угол поворота нужен побольше. Так, давайте тест-драйв. Я тут накрутил. Что я накрутил? Ну, я что-то тут прям накрутил такой, да? Что-то где-то, мне кажется, я немножко не то сделал. Вообще, мне кажется, стало даже лучше. Неплохо. Вот что я могу сказать. Давайте попробуем гоночку теперь рубануть на таких настроечках. Ой, ой.
Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ой! Ой, нет, далеко, далеко уезжаем, далеко, 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 далеко. Минус 100 очков. 10 тысяч. Оу. Так, ну и что в итоге? Ничего себе, ничего себе, ничего себе, это 30 тысяч почти заработали. Не знаю, как вам по дрифту. В принципе, здесь у меня даже, может быть, что-то и получается. Вот на такой вот клоймаги, который я сделал. Вообще просто вылет передних просто жесткий, 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 жесткий. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да-да-да-да-да. Это нужно очень для развития канала и контента. Всем спасибо, всем до встречи.